Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал на ферму Альпак. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Прежде чем пойти на ферму, хочу рассказать, сколько стоит билет, какие овощи можно взять с собой, чтобы покормить Альпак. Билет стоит 500 рублей на человека. Из овощей можно брать морковку, капусту, яблоки. Итак, друзья, мы направляемся в сторону фермы. Шли и увидели вот такой красивый пруд. А в прудике живут такие вот красивые уточки. Вот они. Красотульки. И вообще здесь такой красивый район. Тут такие шикарные дома. Рыбаки вот рыбачат. Какая-то стройка идет. Так, ладно. Пойдемте, вон там какой красивый дом шикарный стоит. Друзья, посмотрите, какой красивый дом. Такой большой. Есть кирпича. А заборчик какой красивый. Просто мечта. Шикарный дом, конечно. Ой, чуть не упал в яму. Цветочки цветут и пахнут. Так, а мы направляемся в сторону фермы еще. Вау, друзья, так красиво. Это какие-то пентхаусы стоят. То есть дом вот такой длинный. И этот дом разделен на несколько квартир. Частная территория. Шикарная. Это прям вообще какой-то замок. Прикольно. А нам надо вот туда вот идти. Мы немножко заблудились. Нам нужно было поворачивать направо. А мы повернули налево. Прошли практически пол улицы. Теперь возвращаемся. Проходим снова этот красивый дом. Не знаю, видно вам, не видно. Не знаю. Так, ну что, пойдемте дальше. Друзья, посмотрите, какой интересный дом. В каком-то японском, китайском стиле. Непонятный. Оригинальный, конечно. Вот, друзья, мы пришли на ферму Альпак. Вот такой красивый дом у хозяев. Очень красивый. Ну что, пойдемте, друзья. Итак, друзья, мы вошли на территорию фермы. И у них здесь есть такие вот красивые еще кролики. Так, давайте подойдем к этому. Ой, какая красивая. Такие ресницы. Такие добрые. Ой, белыш. Вот тут вот трое. Альбинос. Кс-кс-кс. Такие хорошенькие, такие да. Няшные. А можно его достать? Такие хорошие. Ой-ой, что забоялись-то? Что забоялись? М? Хорошие такие. Так чисто. Жалко, что они. Девушка фотографирует кролика. Привет. Привет. Тебя как звать? Хорошие. Подождите, просто снять. Какой белый, красивый. Привет, приветик. Что залез-то наверх? Отдыхает, кушает. Какой хороший. Еще там кто-то топомиться. Кушаешь, да? Ты кушаешь, хороший такой. Приятного аппетита тебе. Такой хороший. Ниничный такой, ниничный. О, Господи, что такой красивый. Такой большой. Че дергаешься? Че дергаешься? М? Понюхай меня, понюхай. Вот этот вот хочет сниматься. Хороший.
Заяц-беляк, наверное. Только. Так, ладно, пойдемте. Решили накормить кролика яблочком. Какой милашка. Такой милашка. Кушать, кушать яблочко, кушать. Вкусно? Вкусно, говорит. Так, друзья, началась наша экскурсия. Сейчас идем вот к альпакам. Ой, как красиво, смотрите, какой красивый колодец. Ой, вообще, как красиво. Ой, какие хорошие. Ой, ой, какие хорошие. И будет много всякого такого. В основном будет сельхозпроизводство. Слушайте, они ничего там не бодрят. Нормально. Хороший. Смотрите, ребят, у меня к вам будет несколько просьб. Первое, самое главное, закрывайте, пожалуйста, за собой дверь. А, закрывай дверь. Вот, да, потому что вы сейчас будете гулять везде, по всем калиткам перемещаться, кормить всех животных. Вот, главное, чтобы альпаки оставались на своих местах. Вот, вторая просьба, сзади к ним особо не подходить, потому что они, бывает, легаются. Вот, так что, в избежание этого, просто общайтесь с ними, то есть, с глазу на глаз. Да, сзади не подходите. Сейчас, да, все рассказываю. Единственное, что они плюются. Вот, бывает, это бывает редко, но это случается, то есть вы их не дразните. Вот, если есть желающие покушать, всех кормите. Вот, поэтому, а так, в принципе, все спокойно, все нормально. Они не кусаются, зубы только снизу, сверху у них десна, поэтому в этом плане не переживайте. Вот, видите, а вот там приобнять? Он уже хочет. А? Приобнять можно? Кто-то дается, кто-то нет. Вон те два малых, они вообще в легкую даются, погладить их можно. Бывает и взрослые даются, то есть все по настроению у них. Ой. Вот. Да. Так что вот кормежка, вы все ко мне подходите, берите по хапочке и кормите. Может, если он плюется, то это знак, что ты ему понравилась, нет? Нет, это у них знак того, что им что-то наоборот не нравится, они так протестуют. Так иди, хороший такой. Они, как правило, плюются между собой, то есть, ну и вас. Ой, ой, как тявкает, вкусно тявкает. Ой. Да. Подожди, сейчас. Вот, вы тоже, да, да, вы подойдете еще ко всем. Вы берите еду и гуляйте везде, кормите всех альпак. И калитки проходите, чтобы в очереди сейчас не стоять. Да вы успеете, вы можете вон там еще 15 минут. А вы к нему придете, сейчас все уйдут туда, вы вернетесь. Я одна боюсь, нет, достаточно ничего. Придете с друзьями. Все, он уже не хочет, чтобы мы уходили. Смотрите глаза. Не хочет, чтобы мы уходили. Не хочет. Пожалуйста, Вася. Красиво, чтобы я вышла. Нет, постараюсь. Идешь. Да ты такой хороший. Ты такой няшный. Ой, такие глазки. Он не хочет, чтобы мы уходили. Он ко мне. У меня же... А ты можешь, пожалуйста, еще раз так сфоткать, чтобы лица не было видно? А ты это распугано. Да, мне сейчас, тоже. На. Я приду еще, вернусь к тебе. Все, мы пошли к твоим родственникам. Мы пошли к родственникам твоим, к родственникам пошли. На. Все, мы пошли. Все, пошли. Все такое. Все. Ой, меня встречают, друзья, смотрите, как много вас. Ой, только не заду, пожалуйста. Только не заду. Ребята, привет. Ой. Какие красавицы. Ребята, привет. Денис ТВ. Денис ТВ. Ой, какой хороший. Все вкусно? 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 Какие хорошие. Какие мяски. Привет. Ой, какой ты белый. И все съел сразу. Какой хороший, красивый. Сейчас я так вам зайду. Ребята, ну какой красивый. Привет, привет, привет. У меня пока ничего нету. Сейчас мне дадут капусту, я тебе дам.
Сейчас тебе дам капусту. Сейчас я тебе дам. Ой, какой хороший. Костя. Ты такой холодный. Такой красивый, все смешно. Иди, я тебе сюда. Иди. Хороший такой, хороший. Голубоглазый. Какой ты голубоглазый, красивый, ты красивый. Все, все недовольны. Погладь даже не даешь. Я кормлю. Какие лапки, ты такой красивый. У меня пока ничего нет. Да. И сразу отвернулся. Какой же он красивый, белый. Вообще. Ой, какой красивый. Мне уж не верю, что я сюда приехал. Такой смешной. Что, ты не будешь плевать на меня, надеюсь? Что ты делаешь сейчас? Что такое? Я тебе что дам? Ты придешь ко мне? Ты ко мне идешь? Ой, ты так нежно берешь, не то что белый. Он белый идет, сейчас начнет драться. У меня ничего нету. Ну да, не надо давать. Он уже наелся. Красивый такой белый вообще. И тут за едой. Не-не, не даем. Вон тому или вот это? Какие смешные. Ругает. Какие звуки издают. На. Приятного аппетита. Какой у вас шерсть. А тебе нельзя. Тебе нельзя, малыш. Ты уже наелся. Да. И все. Еда закончилась, и все убежали. Ой, как красиво стали. Черненький такой. И вот такой вот светлый рядышком. Ребята, пойте. Все, еда закончилась, а тебе не нужен, да? Ребята. Сейчас, подожди. Он такой хороший. Все, хватит, тебе не дам. Давай. Ты что, не хочешь? Все? Ты наелся? Давай ем. Тут маленький. Пошли. Все. Пошли. Ой, блядь, что? Что это было? Попал вот в эту. Вдвоем стали. Та-та! Что-то кушать?
Мы очень милые, такие милые. Стали. Смешные. Ребята, мне ничего не сразу. Все, садится. Та-та. Один плюнул. Да, красивый. Ты красивый вообще. Ой, лег отдыхать. Устал, да? Устал? Ну, отдыхай, отдыхай. Я тебе не буду мешать. Отдыхай. Отдыхай. Первый раз вижу, как так они лежат. Ни разу не вижу, как они отдыхают. Очень такие. Красивые животные, вообще на самом деле, шикарные. Ну, какие красотульки. Вот эти тоже лежат. Ребята, как дела у вас? Смотри, смотри. Обалдеть. Вот это да. Отдыхает. Отрубился. Какой красивый. Так прикольно лежать, да? Все, это тоже. Отрубился. Так, друзья, вернусь к первому, который нас встречал. Я не буду подходить близко. Подходи ко мне, пожалуйста. У меня ничего нет все равно. Ой, как смотрит, как его кормили.